Зарабатываешь пятерки, получи грамоту с личной подписью губернатора и приезжай к нему на прием. В Иркутской области запустили проект «Губернаторский дневник». С такой идеей выступил один из печатных домов региона и глава Приангарии Сергей Левченко. Школьникам Иркутской области предлагают заполнить бланк, в который нужно поместить все отметки «отлично», полученные в первой четверти, и с подписью директора школы направить в редакцию. Набравших большое количество пятерок пригласят на встречу с губернатором. Авторы идеи отмечают, что хотят такой акцией стимулировать прилежное отношение к учебе. Образование некоторое время назад, так скажем, было не особо в почете, и сам уровень образования не очень высокий в последние годы был, и реформ очень много, которые отразились на уровне образования, уровне знаний, и нам надо возвращать к нормальному отношению к учебе, к образованию, что действительно для человека школьного возраста образование самый лучший, самый правильный путь к тому, чтобы он в жизни добился всех тех мечт, которые у него есть.